Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца желеобразными красителями. Способ удобен тем, что на яйца можно легко и быстро наносить самые разнообразные рисунки. Кроме того, смешивая разные красители между собой в произвольном соотношении, мы получаем множество различных цветов и оттенков. Приятного просмотра! Чисто вымытые яйца складываем в кастрюлю. Заливаем водой комнатной температуры, добавляем столовую ложку соли и отправляем на огонь. С момента закипания варим яйца 5 минут. В это время подготавливаем красители. Опускаем их в подходящую емкость, заливаем горячей водой 60-70 градусов и даем постоять 2-3 минуты. По истечении времени снимаем яйца с огня и даем немного остыть, прямо в той воде, что они варились. За это время подготавливаем приспособление для декора. Подойдут любые кисточки, щеточки и спонжики для макияжа. За неимением таковых можно взять обычную спичку и намотать на краешек немного ваты. Дальше достаем из воды горячее яйцо, наносим несколько капель красителя и растираем краситель по всей поверхности до полного высыхания яйца. Затем выдавливаем немного красителя другого цвета в блюдце и наносим на яйцо различные рисунки. Краситель сохнет очень быстро. Главное, чтобы яйцо было горячим. Работаем обязательно в перчатках. Смешивая два разных цвета, получим совершенно новый окрас. Например, соединив синий и желтый, получаем зеленый цвет. При смешении желтого и красного – оранжевый. Красного и синего – фиолетовый. А если соединить сразу все три цвета, будет насыщенный серый. Уменьшая или увеличивая количество того или иного красителя, мы каждый раз получаем новый оттенок. А дополнительно нанесенные рисунки сделают пасхальные яйца неповторимыми. Для придания дополнительного блеска можно пройтись по поверхности яиц, смоченной в подсолнечном масле салфеткой. В этот раз я так не делала, поскольку красители у меня перламутровые. Яйца и без того блестят. Вот и все. Красивые пасхальные яйца готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.